Добрый день. В эфире передача «Якут сегодня», где мы будем говорить о музыкальной жизни города Якутска и республики. В студии работают режиссеры Михаил Эверстов и Николай Слепцов Айдын. И я, ведущий Андрей Дедюкин. Вот уже 22 года в нашем городе проходит республиканский конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» на базе Высшей школы музыки. И сегодня у нас в гостях начальник учебно-методического отдела Раиса Ильинична Васильева и специалист учебно-методического отдела Вера Ивановна Дьячковская. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Андрей. И вот такой вопрос сразу. Расскажите нам про историю создания этого конкурса. Кто стоял у истоков? Сколько он лет уже идет? У истоков новых имен стояла наша замечательная Тамара Прокопьевна Сафронова, заслуженный деятель искусств РФД, Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Она была проректором первым при Василии Афанасьевиче Босикове. И вот, когда школа открылась, в 93-м была подписана, в 94-м, в начале февраля, по-моему, школа открылась. И школа пошла такими темпами, где надо было доказывать, что Михаил Ефимович не ошибся, отдав эту деревню канадскую, как называют в народе, именно детям, именно музыкальному образованию. Вот это была его идея, его вот это, детище. Вот, ага. И уже в 94-м капитально открылись, а до этого с октября 93-го года и летом 93-го года шли и отборы, ездили. Отборы Надежда, детей. Ага. Ездили по районам. Надежда Шепелева, Галина Алексеева. Царство им небесное. И вот в 94-м открылось, и сразу было задание, что мы должны убедить народ, убедить республику, что мы имеем право существовать. И вот уже в 96-м году дети поехали в Суздаль. Город Суздаль. Город Суздаль. Там были летняя творческая школа, которая и новые имена России там начиналась, которая была генеральным директором Воронова Иветта Николаевна. Замечательная женщина, умнейшая. В общем, такая миссия была. Тамара Прокопьевна поехала с группой детей. И там, и, наверное, может быть, там Ивета Николаевна предложила, почему бы у вас не сделать конкурс «Новые имена». Угу. А вот в 96-м году как раз был первый конкурс юных пианистов «Северное сияние», где участвовали только пианисты. И вот можно сказать, что от конкурса «Северное сияние» пианистов возродилось эти... конкурс «Новые имена» с подачей Иветы Николаевны. И организаторские способности Тамары Прокопьевны проявились там таким... Ну, в общем, все это удалось. В 2000 году был первый конкурс. Номинаций там было мало всего. Всего инструментальные. Три номинации, по-моему, да? Фортепианные. Струнные и духовые в 2000-м. И вот так вот возродилась. Духовной матерью была Тамара Прокопьевна Сафронова. И вся школа работала. Приезжали зимой, и вся школа работала на этот конкурс. Зачем нужен был этот конкурс? Ну, видимо, там... Тамара Прокопьевна говорила, что цели этого конкурса, во-первых, мы видим
с республики одаренных детей. Угу. Откуда мы можем оттуда забрать? С какого-то района, с какого-то улуса. Ребенок, который обучается в музыкальной школе, и можно ему предложить обучаться в нашей школе. Угу. Это была цель, самая первая. Во-вторых, это шел уже кадровый, наверное, голод уже. Было предвестие музыкальных, особенно пианистов, вот, в музыкальных школах, в районах. И вот это то, что учителя должны учиться. Ага, потому что параллельно с этим, с конкурсом шли мастер-классы. Ага. Обязательно. Обязательно. Раиса Ильинична расскажет, каких ага. приглашали мастеров, какие люди приезжали. Великие музыканты России были у нас. Да, я тоже помню немножко. Да, Андрей. Вот. А какой охват вот вообще участников бывает и какой в этом году именно? Ну, во-первых, очень приятно, что мы сегодня в этой студии. И да. ведущим этого проекта является наш выпускник, единственный золотой медалист Высшей школы музыки, да. лауреат многих международных конкурсов Андрей Дюдюкин. Спасибо. Искренне рады. Ну, новые имена являются, конечно, нашим очень родным проектом. И 22-й год мы в этом году проводим. Но Высшая школа музыки еще вот третий год является опорной площадкой регионального центра выявления и поддержки одаренных детей при Республике Саха-Якутия. Этот проект поддерживается правительством республики, главой республики. И финансовая поддержка очень, ну, как бы хорошая от фонда будущих поколений. И поэтому наш конкурс вот в последнее время, конечно, вот, имеет поддержку и Фонда будущих поколений, и вот Малой академии наук регионального центра. Но в этом году на сегодня, в этом году у нас 9 номинаций. Если первый год было 3 номинации, да, в этом году у нас 9 номинаций. Это инструменталисты, фортепиано, струнные, духовые. Мы недавно, ну, как бы года 5 назад взяли еще народные инструменты. Академическое пение. Вот у нас проект Михаила Ефимовича «Музыка для всех». Угу. Поэтому это направление тоже у нас есть уже 5-й год. И у нас через год, ну, как бы чередование через год, у нас юный композитор, юный теоретик. И одна еще очень интересная номинация – это «Учитель и ученик». Угу. Вот на сегодня у нас 186 заявок поступило. На данный момент. На данный момент, да. Еще сегодня поступает, сегодня последний срок. И всего участников у нас сегодня около 400. Но мы планируем где-то вот 450, около 500 участников данного проекта в этом году. То есть все это будет проходить в Высшей школе музыки? Ну, и... все номинации, конечно, мы не можем охватить, потому что у нас да. один концертный зал, поэтому нам навстречу пошли вот детская школа искусств номер один, директор Шумилов, новый директор, да, и детская школа номер два искусств, и директором работает тоже наш выпускник Лебедев Сергей Иннокентьевич, и концертный зал Туймада. Туймада, там будут вокалисты и фольклор. То есть уже в нескольких географических площадках. Да, да, в нескольких площадках. А какие гости бывали вот за все это время у конкурса, за эти годы? Еще раз я хочу обозначить, да, что вот Тамара Прокопьевна у нас является организатором, вдохновителем, автором проекта, да. И потом, когда она уезжала, она оставила этот проект по наследству мне. И поэтому я вот каждый год занимаюсь этим проектом. Ну, мы приглашаем ведущих музыкантов из Российской академии музыки. У нас были и будут вот Владимир Кудря. У нас из Московской консерватории в этом году мы пригласили Константина Александровича Маслюк.
Также в прошлом году у нас, ну, в летней творческой школе, это тоже связано с подготовкой новых имен, с Московской консерваторией мы пригласили профессора Чифанова Дениса Владимировича. Ну, раньше, конечно, было больше профессоров. Ага. Но в последние годы это, конечно, стало чуть-чуть меньше, но мы стараемся каждый год кого-то обязательно пригласить. Так, у нас вот в народных инструментах один год приезжала супружеская чета Гуниных. Это тоже профессора Российской академии музыки. И народные, ну, как бы преподаватели народных инструментов были очень довольны мастер-классами, вообще вот видя, как они помогли в проведении организации. Я вот помню, что вообще вот этот фонд «Новые имена России», всегда любые мероприятия открывались свечкой на посуде из гжели, с гжельской росписью. Да. Вот. И я потом начал замечать, что на нашем конкурсе тоже эта традиция остается. Да, конечно. Да. Это подарок Воронова Иветы Николаевны. То есть каждый раз зажигается свеча? Зажигается свеча, и это символ того, что мы сейчас зажжем еще один талант. Обнаружим, зажжем, увидим. Я бы хотела добавить еще, что в первые годы нам очень помогал фонд Баргары. Елизавета Алексеевна Сидорова, она просто очень помогала. И дальше Анастасия Кирилловна Павлова. Светлана вот. Егоровна Андреева. Вот раньше такая была поддержка хорошая. И действительно можно было бы как-то развернуться с мастер-классами, приглашать. Но это дорога, все какие-то финансовые. Да, новые имена, конечно, дали дорогу многим нашим ребятам. Тебе, Андрей, твоему брату Артему. Да, Дедюкину. Вот вообще многие. Катя Рахимова. Да. Ирина Дагуева. Марьям Черепанова, которая сейчас заведующая фортепианным отделением ДШИ-1. Очень хорошо работает. Николай Едукин. Да, который сейчас концертмейстер Большого театра в Москве. Корякин Саша. Танин Сергей. Да, и Танин Сергей. Ну, кто Швейцарии, кто Германии из этих товарищей. То есть очень многие ребята, которые прошли через конкурс, да, потом через, конкурс. Через школу. Потом и там всегда выявляется, вот ребенок приехал, Саша Тумусов, маленький, еще второклассником. Сразу было видно, что это наш человек. Ну, из-за родителей немножко... Попозже его отдали. Никифор Яковлев. Композитор. Коля Михеев. Да. Да, вот. Елена Михеева. Ну, все, мы можем сегодня всю ночь назвать. Мы можем. И мы очень гордимся ими. Коля у нас председатель Союза композиторов. Много пишет, творчески работает. Елена Михеева, она вообще лучший концертмейстер. То есть основной задачей конкурса было выявление и поддержка. Дальнейшее обучение одаренных детей. Да. Ну вот, я просто сейчас вспомнил, как я когда-то работал в жюри в этом конкурсе, и знаю, что самое сложное в этом конкурсе, в работе, это подсчет голосов, баллов, потому что все дети очень яркие, талантливые, но конкурс есть конкурс. Нужно принимать, скажем так, почти хирургические решения, распределять места. Сложный вопрос. Очень сложный. И поэтому вот именно про организацию хотелось бы спросить. Ну, мы, организация конкурса, конечно, лежит только на Высшую школу музыки. У нас есть своя, как бы, команда. Ну, в последнее время у нас с финансированием сложные, да, но нам помогают спонсоры. В этом году, например, нам помогли родители Егорова и Валерии. Они, это семья Егоровых, спонсировала вот все наши медали и статуэтки.
призы для наших дипломантов и лауреатов. У нас есть постоянный спонсор, это магазин «Мастерица». Тоже они вот каждый год, если он, ну, как бы мы обращаемся, они всегда помогают. Я хочу сегодня еще отметить, поблагодарить нашего Юрия Ивановича, нашего попечителя новых имен. Он уже второй год присуждает премию имени Тамары Прокопьевны. Лучшему ученику, ну, как бы лучшему педагогу. У нас вот профессор, доктор философских наук Любовь Дорофеевна Унарова тоже вот последние годы дает премию лучшему ученику из Высшей школы музыки. Денежная премия. Там, да? Ну, у нас есть еще и родители, и коллеги помогают, но как-то вот так мы выходим из ситуации. Решаем вопросы. Конечно, когда много участников, это чисто такая вот печатная работа, да, занимает очень много времени. Вот каждому лауреату, дипломанту, каждому педагогу. Мы сейчас сертификаты даем всем, и педагогам, и детям. Это надо распечатать все их фамилии, школы, да, учителей. Конечно. Сейчас бумага, ну, как бы для портфолио очень важна. Все это учитывается, когда вот педагоги проходят аттестацию, и дети поступают в учебные заведения. В дальнейшем. В дальнейшем. Сейчас все накапливается, как бы баллы. А какова вот география именно в пределах республики? С какого района Улуса больше приезжают, с какого города? Ну, центральные Улусы это однозначно, но последние годы северные Улусы, арктические Улусы. В этом году, например, Верхоянский, Оленёкский, есть Тикси постоянно принимают участие, Верхнеколымский. Так, еще какие улусы у нас? Анабарский, Мумский улус приезжает. Даже они приезжают, несмотря на дорогие билеты. Ну, Сунтарские, Вилюйская группа улусов постоянно. Вот, например, Вилюйская детская школа искусств привозит 29 детей в этом году. И преподавателей 7. Это получается у них огромная группа. Там просто хороший директор Анастасия Александровна, я очень благодарна ей. И потом у нас с прошлого года есть фирменные школы же. Фирменные школы Высшей школы музыки. Это Амгинская, Майнская, Бердегестяская, Вилюйская и город Нюрнбергри. Фирменные в смысле, это Высшая школа музыки, да, курирует. Курирует. Мы помогаем, ну, как бы методическая помощь, да? Когда мы проводим, например, летнюю творческую школу, мы тоже даем им вот какие-то льготы, проводим КПК, мастер-классы. И вот с прошлого года мы начали дистанционные уроки по музыкально-теоретическим дисциплинам. Хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить нам по телефонам 320066 и 321166 и задать какие-нибудь интересующие вас вопросы. Вот. Ну, хотел бы вас спросить, Вера Ивановна, насколько вот при работе с детьми, особенно которые участвуют в конкурсе, их же тоже нужно организовывать, распределять там по каким-то, ну, да, тот же обед, проживание, питание. Да. Насколько это сложно или... Ну, то, что было раньше, ну, и сейчас мне более такие, можно сказать, легкая работа, организаторская такая. А раньше вот это расселялись дети по коттеджам. Наши дети уезжают на каникулы, освобождаются места, и вот туда заселяются. Надо учитывать, с какого района мальчики, девочки, и с преподавателями, иногда приезжают с родителями. Ну, вот так вот, чтобы это максимально было комфортно. Спасибо. Мы продолжим наш разговор после небольшого рекламного блока. До встречи.
Еще раз добрый вечер. В студии Андрей Дедюкин, и мы продолжаем говорить о музыке и музыкантах. И сегодня у нас в гостях, напоминаю, гости из Высшей школы музыки Вера Ивановна Дьячковская и Раиса Ильинична Васильева. И мы говорим о республиканском конкурсе молодых исполнителей «Новые имена Якутии». И вот буквально через несколько дней, 23 марта, начинается этот конкурс. И во сколько будет начнется открытие этого конкурса? Ну, открытие у нас 23 марта в 11 часов утра в концертном зале Высшей школы музыки. Угу. И там же жеребьевка по номинациям. И после обеда уже начинаются конкурсные прослушивания. Первое прослушивание – это номинация «Учитель и ученик». И вот 24-го, 25-го по номинациям, по аудиториям тоже прослушивание. И закрытие у нас будет 26-го, воскресенье, в 14 часов. Тоже в Высшей школе музыки? Тоже в Высшей школе музыки. Закрытие и награждение лауреатов, да? Да, награждение лауреатов, концерт лауреатов. А, уже концерт лауреатов, да. И вот в рамках этого конкурса обычно же проводятся мастер-классы, работа с преподавателями, с учениками. Как да, ежегодно мы проводим в рамках нашего конкурса, во-первых, мастер-классы. Угу. В этом году у нас будет уже с 22-го мастер-класс Маслюк Константина Александровича, да? Угу. По камерному ансамблю, по концертмейстерам. Потом продолжение этого к нам приедет Суслов Владимир Владимирович, это мастер-класс пианистом, и Владимир Кудря, это флейтистом. Ну, я еще хочу отметить, что 3 апреля мы проводим большое мероприятие, посвященное юбилею первого флейтиста нашей республики Дондока Ринчиновича Тарбаева. 3 апреля. 3 апреля. А где произойдет? Да, в нашей школе, в концертном зале нашей школы. И то есть уже после начала этого конкурса, после состязаний, после закрытия, вот вы уже, наверное, будете опять знать, какие у нас есть будущие, скажем звезды. Так. Кадры, звезды. Да? Да. То есть это происходит каждый конкурс. И что вы советуете вот этим победителям или награжденным, отмеченным участникам? Это когда идет конкурс, ты слушаешь не только своего ученика, но и ты смотришь, как другие играют. Конечно, акцент идет на ведущие школы. Это Высшая школа музыки, ДШИ-1, ДШИ-2, Нерюнгри. В общем, идет обмен опытом. Ага. Если раньше как-то можно было сказать, что не качество, а вот просто исполнительское качество, наверное, детей и обучение преподавателями было не такое, как сейчас. Школы растут, это очень приятно. Преподаватели развиваются и привозят все больше и больше детей, которых обучили и которые добиваются каких-то высот. Вот. И из этих детей, которые особо отметят наши преподаватели, которые сидят в жюри, вот идет уже работа, дальше идет с родителями. Это обязательно посещение летней творческой школы, где уже за неделю, да, за 10 дней ребенка можно уже посмотреть в работе. Педагог посмотрит в работе. Если Ольга Григорьевна Кошелева, например, рекомендовала кого-то поступать в школу, в Высшую школу музыки, то она летом в лагере может посмотреть его, как вообще ребенок воспринимает. А кто работает вот в жюри?
Ну, у нас по номинациям как бы всего 34 членов жюри. И вот председателем номинации «Фортепиано» в этом году я уже говорила, да, мы пригласили вот Маслюк Константина Александровича. Ну и ведущая у нас профессорско-преподавательский состав. Это Ольга Ребовна, это Альбина Ильинична. Ну и мы включаем обязательно наших молодых, наших выпускников. Вот Дорофей Михайлович, Степанида Александровича. Анатольевна, да? По струнным инструментам у нас ежегодно прямо вот, ну, как бы постоянный состав во главе нашего профессора Станислава Максимовича. Да. Вчера он отметил 75-летие. Пользуясь случаем, мы его поздравляем. Еще раз поздравляем. И ученик присоединиться ко всем поздравлениям. Ну, духовые инструменты у нас возглавляет Александр Эдуардович, тоже незаменимый, наш профессор высшей школы музыки. Академическое пение народная артистка Мария Евсеевна Николаева. Народные инструменты, в народных инструментах почти вот одинаковое поколение жюри. Возглавляет Екатерина Бутырина. Учитель-ученик, это тоже очень интересная номинация. Председателем в этом году будет Слепцов Алексей Николаевич. Там в основном как бы учителя выступают со своими учениками. Это очень интересная номинация. И традиционный фольклор, это тоже постоянные, ну, как бы, жюри во главе Эленоры Кулагиновной Соколова. Это все преподаватели Якутского музыкального колледжа. И юный теоретик возглавляет Зинаида Григорьевна. Так что все знакомые. Да, конечно. У кого учился ведущие преподаватели высшей школы музыки. Ну и молодая поросль. Ребята, которые отучились в Москве, в Ленинграде, возвращаются в Альма-Матер и продолжают работу. Значит, с каждым годом, вот уже 22-й год, новые и новые имена открываются именно в начале высшей школы музыки, а потом уже, ну, скажем так, в других регионах, да. И получается, что это такая система, да, которая помогает и выявлять, и проявляться другим, и в дальнейшем развивать именно вот не только город Якутск, но и вообще всю республику. Вот. Каким вы видите дальнейшее развитие этого конкурса? Ну, мы вообще-то вот республиканский конкурс «Новые имена Якутии» хотим, конечно, ставить этот проект, все-таки республиканский конкурс. Но сейчас вот поступает предложение, слишком много номинаций у нас, да, 9 номинаций. В одно время это, конечно, сложно. Поэтому я сегодня даже вот говорила с Ольгой Ребовной, заведующим кафедрой специального фортепиано, об организации проведения межрегионального конкурса пианистов. Именно пианистов. Это как бы отдельная номинация в отдельное время. И потом мы можем запросто провести вот конкурс «Музыка для всех». Это тоже как бы межрегиональным, да? Просто вот название «Новые имена Якутии», оно не может быть межрегиональным. Ну да. Ага, потому что это только Якутия. Поэтому, ну, поступают разные предложения, поэтому с этого, с будущего года, наверное, будут какие-то новые проекты. Потом мы хотим еще какие-то конкурсы включить в перечневый состав конкурсов Министерства просвещения. Есть такой, ну, как бы, список. И, конечно, сейчас очень много конкурсов же, да? Разных, да, конкурсов. Много, очень. Ага, очень много конкурсов. Поэтому сейчас считаются как бы участие именно в перечневых конкурсах. Это считается
как сказать? Рейтинг. Да. Ну, рейтингом для участников. Угу. Особенно во время пандемии вообще вот эти конкурсы выросли как грибы. Грибы. Онлайн-конкурсы. Онлайн-конкурсы. Да. Ну и немножко расскажите именно про людей, которые вообще все это делают. То есть... Работают. Да, работают именно во время конкурса. Откуда они берутся? Это наемные работники или кто это? Кто за все это бегает? Наемных работников, к сожалению, нет. А хотелось бы. Нет, работает в основном наш состав. И технические секретари, и в жюри. Это все из коллектива Высшей школы музыки. Мы привлекаем некоторых, которые работают из музыкального колледжа. И детской школы искусств. Из детской школы искусств привлекаются. Но в основном вся вот эта вот организационная работа, техническое снабжение, вот эти все эти печатания, перепечатания, добывание всех этих медалей, памятных подарков, разговоры со спонсорами, конечно, это Раиса Ильинична и ее команда. А кто их в команде? Их мало. Вот Вера Ивановна, Татьяна Николаевна, Светлана Владимировна. Есть у нас хорошие молодые как бы программисты. Вот Егор Егорович, Николай Дмитриевич, которые сейчас вот готовят наши макеты, наши буклеты. Буклеты раньше мы распечатывали, но сейчас более такое время мы делаем электронные. Электронный вариант. Электронный вариант. Александр Михайлович. Ну, вот такой состав. И, конечно, вот в организационной работе очень много, конечно, именно технической. Вот перевозка, да, трансфер, потом график автобусов. Это все возлагается на проректора по АХЧ. Егор Николаевич у нас тоже очень такой продвинутый молодой проректор. Владислав Владимирович. И, конечно, поддержка Надежды Михайловны, конечно, большая. Большая. Ректор Высшей школы музыки. В общем, все в одной команде. У нас одна цель – провести хорошо, без всяких конфликтов, желательно, новые имена, чтобы все были удовлетворены, все были довольны. Лауреатов было больше. Все хотят стать лауреатами, дипломантами, чтобы у всех была какая-то бумажка. Сейчас бумага очень дорого ценится в работе. И главное, это идет учеба преподавателей детских музыкальных школ. Очень многое дает, когда вот приезжают такие, как Маслюк, Кудря, Суслов такие. Ну, они видят, вот как работают люди в центре. И нам надо как-то подтягиваться тоже. То есть... В целом, вся республика. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Увидеть и услышать. Услышать тоже надо музыку. Вдохновение услышать. Ну, особо одаренных детей, прямо вот профессора, да, сразу предлагают взять нашу школу. Бывает очень много случаев, когда прямо через день они уже приходят и начинают учиться. Да, и раньше было такое. В январе конкурс прошел, и тут же он. Да, кстати, вот раньше конкурс проводился в январе, сразу после зимних каникул. Да, да. Или прямо во время зимних каникул. Да. Вот. Даже перед Новым годом. И в декабре было, да? В декабре ёлка у нас была. Онлайн, у нас всегда была, была дата с 9 по 12 января. Да. Потом вот пандемия, как пандемия началась, у нас, ну, как бы это уже, мы вышли с этой даты. Решили перенести, но... Потом перенесли еще на декабрь, потом опять какой-то карантин был, да? Потом сейчас морозы очень такие в этом году устойчивые. Да.
И как бы, ну, я лично хочу, чтобы это было в марте. Каждый год. И было большое, вот, большое количество просьб от преподавателей сельских музыкальных школ, чтобы это было в марте. Да? Ну, как-то это все не получалось, но тут обстоятельства таких так сложились. То есть вот конец марта более теплый климат, и уже после каникул прошло два месяца, два с половиной. То есть ребенок вполне может подготовиться. И потом во время вот зимних каникул тоже сложности, ну, профессора-то должны тоже, дети тоже отдыхать во время каникул, да? Они во время каникул, наоборот, работали, получается. И потом тоже это накладно было. Да и холодно, да? Очень холодно сейчас, если... Ну, раньше как-то мы не чувствовали такой холод, да, но в этом году это вообще было что-то ужасное. А как думаете, почему раньше вот не чувствовали холода? Знаю, мы с Тамарой Прокопьевной, вот, начиная с 3 января ежегодно, да, ходили по, ну, этим, по техсервис, там еще кому-то. Горького 100. Ага, Горького 100. И ходили даже пешком. Приезжали каждый день в эту высшую школу музыки и как-то не чувствовали, что такой холод, да? Да. Ежегодно же, вот, буквально только 3-й год мы как-то вот не проводим. А так раньше всегда вот в это время. Получается, что работая в этом конкурсе, коллектив как-то сплачивается. Сплачивается. Да? Это проект наш родной, наш любимый проект. И поэтому мы не хотим, чтобы этот проект как бы остался в таком же варианте, как раньше. Да, наоборот, пусть развивается. Вот мы привлекаем для работы вот просто организационные или, может быть, технические как раз каникулы преподавателей общеобразовательных дисциплин. И они с большим энтузиазмом очень заинтересованы. Работа секретаря – это очень сложная работа. Это очень сложная работа. Это надо работать в жюри. Ну, хотел бы вас поблагодарить за беседу. Очень приятно было вспомнить старые добрые времена. Хотел бы пожелать всем участникам конкурса с 23 числа проявить себя, не бояться. Всем больших успехов и больших достижений. Большое всем спасибо. Спасибо, Андрей. Удачи за приглашение. Очень приятно было с тобой сегодня. Да, спасибо вам.